Всем привет, дорогие друзья! Хочу рассказать о своей пляжной сумке. Купил я ее давным-давно на море. Сумка очень хорошая, но с толстыми ручками. Все, яркая расцветка. В нее удобно положить различные пляжные принадлежности. Там покрывало, попить, поесть, крем, всякая фигня. Это от загара. Но у этой сумки есть один минус. Она не имеет никаких карманов. Без карманов. Вот. И когда едешь куда-то, ну, надо все равно с собой взять деньги, там, телефон положить. Это неудобно, потому что кармана нет. Можно, конечно, все положить на дно, деньги и телефон, и все, но потом их искать под своими вещами, под плавками, под полотенцем мокрым, чтобы заплатить за автобус, это неудобно. Я решил сшить карман. Карман я сошью из штанины от джинсов. Вторую часть джинсов вы видите на мне. Я решил не мудрить. Купил замок в магазине, самый простейший. Так, сейчас я замерю размер, чтобы влазил телефон. У меня такое условие. Так. Телефон у меня 150 миллиметров. 150 миллиметров размер моего телефона. Но здесь 20 сантиметров, в принципе, хватит. Так, и вот так вот у нас габариты 75-80 миллиметров. Ладно, сделаем 100. Значит, 100 на 200. Берем нитки. Проверим наш карман. Значит, перво-наперво я туда кладу ключи. В отдельное отделение я кладу мелочь. Здесь у меня немножко мелочи есть. Мелочь сюда. И в третье отделение телефон, который я все время боялся поцарапать экран. В третье отделение телефон складываем. Все. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока! Сломался карандаш, рулетка упала, такое бывает. Проверим еще раз. В сумке все лежит, все аккуратно. Вот сама сумка, можно туда много всякого полезного наложить. А внутри в сумке вот все наверху, не надо, допустим, в автобусе едешь, и вот сумка на плече, и тебе надо достать что-нибудь там, 30 рублей на автобус, ты там руку засовываешь. Это все лишнее, вот. Расстегнул. Достал мелочь. Расплатился. Все. Застегнул. Ничего не брякает. Отличная сумка, отличный карман.